This is exactly what the drone pilot saw. Thermal imagery, the water rippling as up to a ton of explosive approaches the bridge. The feed then obviously went dead as it hit the concrete. Russian officials said two civilians died in the attack. Cameras on the bridge captured the first blast on the road section. The cursor shows the drone moving in. And another on the railway tracks at about the same time. Ukraine has been coy, some officials saying these huge blasts are from, quote, unidentified floating objects. But no longer. The head of the Ukrainian security services told CNN this is just the start. Sea surface drones are a unique invention of the security service of Ukraine. None of the private companies are involved. Using these drones, we have recently conducted successful hits of the Crimean Bridge, a big assault ship Olengorsky Gorniak, and SIG tanker. This, another Ukrainian drone attack on the Russian amphibious assault boat, the Olengorsky Gorniak, on which Ukrainian officials said 100 personnel were on board. It was a remarkable feat, carried out by a growing fleet of what they call the Sea Babies. Hundreds of miles away from Ukrainian bases and right in Russia's coastal heartland, it put the Black Sea's east suddenly at risk. These drones are produced at an underground production facility in Ukraine. We are working on a number of new interesting operations, including in the Black Sea waters. I promise you, it will be exciting, especially for our enemies. Ukraine's ingenuity, again and again, toppling the lumbering Russian Goliath. Nick Payton-Walsh, CNN, Dnipro, Ukraine. Эти земли – настоящее царство мертвых. Наша съемочная группа работает с разведчиками спецназа «Ахмат», которые пришли сюда с довольно жуткой миссией. Разведгруппа вышла
на позицию Солнца, Луна за 200-ми противника. Очень много тел боевиков ВСУ до сих пор остаются здесь. Бойцы разведки, спецназа Ахмата сейчас занимаются тем, чтобы эвакуировать отсюда тела 200-х, как наших, так и противника. Украинские боевики удерживали эти позиции с прошлого года. Для очень многих из них бой здесь стал последним. А те, кто выжил, продолжал воевать бок о бок с разлагающимися на жаре телами. Труп лежал минимум 2 месяца, никому абсолютно не нужный. Вот здесь вот рядом находится позиция противника, в принципе, никто не запрещает прийти и забрать своих 200-х. Вот останки. Вот мы продолжаем дальше раскопки. Вот там тело. Вот еще одно тело вражеского 200-го, который не нужно даже откапывать. Он лежит, и его боевые товарищи даже не пытались вытащить. Здесь так опасно, что зачастую заниматься эвакуацией тел 200-х противника приходится до рассвета. ВСУ отступили, но их позиции всего в нескольких сотнях метров отсюда. Их артиллерия прекрасно знает координаты этих окопов, знает, куда бить. Но разведчиков из группы «Аида» это не останавливает. Это тоже военнослужащие, это тоже люди. Как их бросить, если они своей стране не нужны? Ну, хотя бы-то из человеческих соображений. ВСУ прекрасно просматривают местность с дронов. И им очень не нравится то, что они видят. Это происходит практически каждый раз. Единичный случай, когда эвакуация происходит, проходит без обстрелов. Птицы. Птицы, да. Погнали? Погнали. Никто не знает наверняка, сколько еще тел украинских боевиков погребено под обвалившимися окопами. Усилия по эвакуации и придаче земле тел – единственная крупица человечности, оставшаяся в этом зловещем месте. Що зробилося з нашою першою позицією? Thank you.
мене прямо праве спрямування. Я внук розвідника СС Галичина. Мені неприємно просто те, що відбувалось тут. Чому? Тому що, на мою думку, це не є природньо. Але, так чи інакше, я прошу вибачення за свою поведінку і буду в подальшому більш толерантним до трансгендерних жінок та чоловіків. Ти вважаєш мене трансгендерною жінкою? Ти вважаєш мене жінкою? Так, я жінка. Трансгендерною жінкою. Я жінка? Трансгендерні жінки – жінки? Ну, я не знаю, як це правильно. Запам'ятай, трансгендерні жінки – жінки. Повтори це, будь ласка. Добре, окей. Трансгендерні жінки – жінки. Молодчинка, добре, молодчинка. Ти такий молодець.